Предположим, что президент Дональд Трамп все-таки переизберется в следующем году. Считаете ли вы, что в ходе следующего президентства он все-таки будет более перспективным президентом и более смелым в вопросе реальной разрядки отношений с Москвой? И будет ли готова Москва возобновить диалог? Вы, извините, вы Russia Today? Да, Russia Today. Вот благодаря таким, как вы, на Россию будут обвинять в том, что мы вмешиваемся в выборы, потому что вы сейчас допустили переизбрание Трампа. Скажут, ага, это уже элемент вмешательства со стороны России в предвыборную кампанию. Ну, а если говорить серьезно, то мы знаем, все знаем, что и как говорит президент Соединенных Штатов господин Трамп по поводу российско-американских отношений. Мы знаем, что и в ходе предвыборной кампании, еще предыдущей, он высказывался за нормализацию. Но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни Соединенных Штатов. И внутриполитическая повестка не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений.